Открытую тренировку провели в спортивной школе Олимпийского резерва номер 5 под эгидой проекта «За самбо» партии «Единая Россия». Перед началом секретарь регионального отделения Элисан Шандалович поздравил спортсменов, представителей школы самбо и тренеров с очередной победой. Недавно наши самбисты стали призерами Кубка студенческой лиги России в Казани. Бронзу Карелии принес Константин Годинов. Для него это первый такой значительный успех. Еще одну бронзовую награду завоевал именитый спортсмен и чемпион России по самбо Арман Багдасарян. После награждения открытую тренировку для юных спортсменов провел мастер спорта международного класса, обладатель Кубка мира по боевому самбо Артуш Асрян. Какая нога у нас? Тоже со стороны головы. Обязательно. Проект «За самбо» запустили в июле минувшего года. Он направлен на развитие и популяризацию самбо как отечественного вида спорта. Конечно, партийный проект «За самбо» он дал, я считаю, новый такой вектор развития самбо у нас в Республике Карелия. И сейчас мы уже видим, появились и новые чемпионы, в том числе и на тех соревнованиях, которые проходят в рамках проекта «За самбо». Карелия, я уже говорил, это на самом деле особый регион для самбо, потому что это школа Ильи Романовича Шельгимана, который за десятилетия создал настоящую, сильнейшую школу в стране и в мире. Школа Шагельмана дала Карелии и стране более 40 мастеров спорта, несколько заслуженных, в том числе СССР и международного класса. Это весомый вклад республики в копилку спортивной славы России. Дарья Изафатова, служба новостей.